Привет, с вами я, Вадим Ахмадуллин. Каждую неделю я объезжаю магазины алмазной столицы и сравниваю цены на продукты потребительской корзины, чтобы рассказать, что у нас почем, за какими товарами мы следим. Список простой и востребован на каждой кухне. Сахар, хлеб, яйца, молоко, помидоры, огурцы, картофель и растительное масло. Позади два больших праздника, во время которых мы много ели и, пожалуй, не самую здоровую пищу. Поэтому пора наградить организм полезной едой. Сегодня поговорим о ценах на зеленые продукты. Простой и вкусный в приготовлении гарнир – стручковая фасоль. Полезные плоды можно сочетать, пожалуй, с любыми овощами. 400 грамм замороженной фасоли выгоднее всего продают в Кедре за 120 рублей. В Северянке стручковая на 25 рублей дороже. В Каспии упаковка стоит 175 рублей, в Экспрессе – 180. Следующий продукт в нашем зеленом дайджесте – брокколи. Их регулярное потребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Дешевле всего замороженные брокколи в Кедре – 140 рублей за 400 грамм. В Северянке упаковка на 15 рублей дороже, а в Каспии – на 20. А дороже всего в Экспрессе – 215 за 400 грамм. Много одежек на ней, да все без застежек. Речь, конечно, о капусте. Дешевле всего капусту продают в Каспии и нашем маркете – 100 рублей за килограмм. В Экспрессе – на 25 дороже, а в Северянке и Кедре – на 30 рублей. Если очень любите салаты, то вместо обычной капусты возьмем пекинскую. Она мягче и нежнее. Выгодно приобретем пекинскую в Каспии за 180 рублей. В Экспрессе килограмм продают за 245 рублей, а в Кедре на 5 рублей дороже. 280 рублей стоимость пекинской в Северянке. Зарядиться силой земли поможет свежий зеленый огурец. Купим кило в Северянке за 200 рублей. В Каспии и Ермаке огурцы на полках за 320 рублей, а в нашем маркете на 30 рублей дороже. А на десерт, пожалуй, самое сладкое – зеленые яблоки. Их называют лучшим тренером для зубов и десен. Килограмм дешевле всего в нашем маркете – 230 рублей. В Каспии на 5 рублей дороже. В Экспрессе зеленые стоят 255 рублей, а в Северянке килограмм по 300 рублей. Сегодня в нашей корзине 6 продуктов. Если выберете товары по самой высокой цене, потратите примерно 1500 рублей. Корзина с самыми дешевыми обойдется в 1000. Экономия почти 500 рублей. За эти деньги можно купить еще 5 килограмм капусты. Не забывайте писать в комментарии отзывы и какие продукты добавить в наш список, а также где и что почем. И заглядывайте в табличку, ссылку на нее можно найти в социальных сетях Алмазного края. С вами был Вадим Ахмадуллин, встретимся на следующей неделе.